Ну, всем привет. Огромные приветы. Я не знаю, какая у вас погода сегодня. У нас сегодня снова жара, снова до 40. Пришлось одеться как раз по форме. Вот. Жаль, что в студии у меня нет кондиционера. Будем потеть, как говорится. Ну, почему я сегодня с вами? Да все потому же, что опять задета струна души. Вот, на которой хотелось бы поиграть, да, и написать что-то лирическое хотелось. Но в итоге сел за лирическое, получилась опять танцевалка. Но грустная танцевалка, опять состояние души, скажем так. Ребята, сегодня новая песня, сегодня 18 августа 2021 года, которая называется «Я не могу тебя простить». Вот такая будет, на мой взгляд, интересная работа. Ну, а судить, конечно, объективно судить, это, конечно, всем вам, мои любимые, дорогие, золотые, драгоценные, миллион можно синонимов и прилагательных придумать, ну, в смысле придумать, сказать напрямую, а придумать и составить список, я имею в виду. Поэтому вы у меня самые лучшие. Ловите мои строки, ловите мои ноты, сейчас прозвучит новая песня, и очень надеюсь, что вы ее тоже будете петь, танцевать под нее и передавать по наследству, скажем так. Ну что, вперед с песней! Дверью.
Ну, еще один пример остался. 3, 4. Я не могу тебя простить. И к счастью, или к сожалению, тебя мне стоит отпустить, закрыться за стальной дверью. Ну, примерно вот так. Мое живое исполнение, мой очередной подарок всем вам. Наслаждайтесь песней. И я надеюсь, она зайдет практически каждому. Пишите комментарии. Я жду. С нетерпением буду на них отвечать. Вот забыл я выключить дилей с ревером. Ну, надеюсь, вы разобрали все мои слова. Жду вас на своем канале YouTube. Пока-пока. Я выключаюсь.